Всем привет! Готовим к чаю печенье по рецепту зрительницы Натальи. Песочное печенье. У меня на канале есть такой вариант приготовления печенья, но Наталья предлагает рецепт с добавлением крахмала. И я готовила в двойном размере, то есть ингредиенты у меня в два раза больше, чем у Натальи. Но я приготовлю сейчас по ее рецепту, но тоже в двойном варианте. Если для вас будет многовато, можете все продукты делить ровно пополам, но печенье вкусно. Поэтому я его буду готовить в двойной дозировке. Вбила уже 2 яйца, щепоточку соли, 150 граммов сахара. Я на 10 граммов чуть уменьшила. Венчиком все взбиваю до однородной массы. Воздушная масса получилась. Все, беру подсолнечное масло, 200 граммов. Стакан тоже 200-граммовый, ну чуть-чуть не до края. Можно, конечно, взять и чуть поменьше, но на глазочек. Не обязательно взвешивать, у кого весов нету. С маслом тоже хорошо перемешать до однородности. Мука у меня просеянная, я взяла 300 грамм. Может быть, понадобится чуть-чуть больше. Посмотрим, потому что муку будем добавлять поэтапно. Разрыхлитель. 2 чайные ложки. Если одна порция, ну, сами понимаете, 1 чайную ложку. Крахмал. Наталья написала, что берет крахмала на одну порцию 50 граммов. Я возьму 50 граммов крахмала на 2 порции. Но я считаю, что достаточно будет. У меня крахмал кукурузный. Можно брать любой. Крахмал, немного муки. Все, замешиваем. Тесто очень мягкое, эластичное получается. Все, сейчас я замешаю и скажу, сколько точно муки. Либо 300 граммов, либо чуть побольше. Тесто замесила, добавила 350 граммов муки. Оно очень мягкое, смотрите, какое. К рукам не липнет за счет большого количества масла. Сначала с одной части сделаю печенье, потом с другой. Можно формировать как хотите. Лепешку раскатать, фигурки вырезать. Я даже не знаю, как это буду делать, но сейчас подумаю. Колбаску раскатала, немножко ее плоско сделала, чтобы ну равномерно было, как бы одинаково, да. И уголочек так срезаю, наискосок делаю. Примерно, чтобы одинакового размера было. Здесь тоже нужно так. Одинаково, да. Ну ничего, какая-то больше, какая-то меньше, можно подрезать. Теперь кладу на противень. Тесто очень-очень мягкое, ну прям такое, тает даже в руках. И можно сделать рисунок чайной ложкой, либо лопаткой, ножом, да хоть чем. Ну, какой-нибудь, не знаю, загибулины любые. Я вот так типа веера делаю. Можно, знаете, как сформировать? Шариками накатать, отщипывать. Накатываете шарик небольшой. Немножко приплюснули. И вот так веером слегка. Тоже красиво получается. Ну, убирайте сами. Вот я налепила. Получилось у меня 29 штук. Можете, конечно, сформировать поменьше размером, больше количество. Заранее разогретую духовку помещаю, ставлю минут 12-15. Печенье не должно быть румяным и не должно быть пересушенным. Главное не пересушить. По цвету оно должно быть беленькое. В общем, я на микроволновке засекаю 12 минут, там посмотрю. Может 15. Вынимаю печенье, выпекалось 15 минут. Смотрите, оно беленькое, но уже кончики начинают розоветь. Оно готовое. Я даже шпажкой проверила, шпажка сухая. Вынимаю горячими. Снизу слегка-слегка розоватые. Если хотите, чтобы они прям были такие твердые, хрустящие, то, пожалуйста, подольше в духовке подержите. Они будут прям вот... О, даже вот так разламывается горячий. Видите? Тесто проготовленное полностью. Ой, горячий. Смотрите, печенье беленькое, но оно очень вкусное. На вид как варенички. Замечательное. Печенье слегка теплое, но я его все равно сейчас разломаю и покажу. Печенье, оно не мягкое.
Потому что это же песочное печенье, но не твердое, оно просто тает во рту. Ну, как вот печенье курабье, такой же вкус. Разламываю. Оно мягко разламывается. Ну, потому что слегка теплое. Когда холодное, оно чуть-чуть, ну, будет таким как бы потверже. Ну, очень хорошее. Ну, я думаю, многие знаете, что песочное печенье само по себе вкусное. Дубовым оно не будет. Конечно же, я повторюсь, не пересушить в духовке. Но если желаете, чтобы оно стучало прям по столу, пеките дольше по времени в духовке. Все внутри пропеченное. Я уже съела. Ну, тем более, я такой рецепт знаю. Хорошее. Оно просто тает во рту. Его ешь даже без запивания. Такой приятный вкус. Благодарю Наталью, что напомнили такой рецепт. С крахмалом тоже очень вкусно, но он практически похож. Кстати, сахару больше не нужно. Оно умеренно сладкое. Если больше добавить, на мой вкус будет переслащено. Отличный вариант печенья, когда нужно быстро-быстро что-то к чаю приготовить. Сами видели, очень просто замешивается. 15 минут и все. Всем самого доброго, крепкого здоровья, мирного неба. Пока-пока.